Дорогие мои зрители, прогноз для овнов на 2021 год. Что ожидает овнов в октябре? Это всего лишь прогноз, общая прогностика для знаков зодиака. Я еще раз повторяюсь, каждый родился в определенное время, в определенное число, ну, под одним знаком, и даже в разный год. Это тоже влияет, но общая событийность, она, в принципе, одинаковая. Вот, разная интерпретация, но событийность, в принципе, она одна и та же. Что ожидает наших овнов? Мне показали, значит, такая маленькая девочка лет 5-7, она такая в розовом платье, с бантиками, с какой-то сумочкой, с какой-то куклой, идет радостная, подпрыгивает, песенки поет и показывает, что ее за ручку кто-то ведет. Вот. И она от этого радостная, что не одна, что у нее рядом родной человек, который ее как бы вот этого сопровождает в ее движении, в этой прогулке. О чем это говорит? Это говорит о том, что вас неожиданно ожидает какое-то неожиданное событие. Но она достаточно радостная. Может, кто-то очень долго не мог решить какой-то вопрос. Может, покупка с недвижимостью, может быть, новая работа, может быть, судебное разбирательство, заключение договора, какая-то прибыль, неожиданная сделка. То есть у каждого интерпретация будет своя, но это событие будет достаточно неожиданное, и вы почувствуете, что вас кто-то, вот невидимая рука, вот ведет. Не обязательно, что вот кто-то знакомый, но через знакомых-знакомых, как бы вот как будут происходить события радостные, что вот вам будет в помощь именно как вот невидимой рукой. Ваш, кто-то вас проведет к вот этой вот радости. Как подпорка для вас будет в этом пути, в котором вот вы не могли выйти из этого. Вот, и вдруг неожиданно вот эта ситуация у вас разрешится. Вот, неважно, я говорю, в какой это области, но в любом случае это будет неожиданная помощь. Как бы не то, что вот сказать, что прям вот свое близкое прям окружение. Нет, это будет совершенно неожиданная вот помощь. И поможет вам в решении ваших вопросов. Так что удачи вам. Очень достаточно хороший месяц для решения каких-то таких проблем, которые у вас, может быть, долго где-то лежали. Что-то вы хотели решить. Так что вот пора подумать и начать это решать. И вам будет помощь. Бог помощь. До свидания.